Добрий вечір. У ефірі інформаційний випуск телерадіокомпанії «Гомель», у студії Наталі Ігнатенко. Ушанування переможця обласного конкурсу на ліпшу організацію ідеологічної роботи у працівних колективах і удосконалювання системи кіновідеообслуговування сільського насельництва. Сьогодні у Гомелі пройшла колегія Головного управління ідеологічної роботи, культури і по справах молоді. Наші кореспонденти довідалися, об чим йшла розмова. У предприємстві «Гомелькіновідеопрокат» кажуть, що обслуговування сільського насельництва – серед пріоритетних задач. Сьогодні на сільську місцевість приходиться практично кожен третій кіносеанс. Це не просто виконання державних стандартів, але й оказання платних послуг. Сьогодні, наприклад, в'язковці за демонстрацію стужок і уділ у атракціонах заплатили уже амаль півмільярда рублів. Разом з тим, статистика свідчить, не глядячи на всі намагання кіновідеопрокатчиків, кількість людей, які віддають перевагу сумісному прогляду фільмів, скорочається. Сьогодні, наприклад, гэтая лічба зменшилася недзе на 12%. Не только пропонуемый репертуар был дрэнны, але практично у кожнага зараз и телевизор с некалькими десятками программ и компьютер. Хоть менавіта интернет може ситуацию полепшить, особливо, калі выкарыстовывать его мэтанакіравана и системно. Сейчас реклама выходит за рамки афиш и бумажного формата. Создан сайт предприятия «Рогачев киновидеосеть». И благодаря этому реклама стала доступна. Стала доступна мобильная версия интернет-страницы. Сельские жители могут знакомиться с новинками кино, могут знать анонсы фильмов, знать о планируемом репертуаре. Магчыма, не ў такой ступені, як раней, але кіно па-ранейшаму моцны сродак ідэалагічнага выхавання. Гэтаму пытанню сёння асаблівая ўвага. Пацверджанне чаму правядзенне абласнога агляду конкурсу на лепшую арганізацыю ідэалагічнай работы ў працоўных калектывах. Сёлета ён прайшоў 11 раз. Сярод узнагароджаных прамысловы і сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, установы культуры і аховы здароўя, адукацыі, сувязі, жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Прычым, калі раней вызначалі толькі па адным пераможцы, то зараз у кожнай номінацыі три лепшие коллективы. Организаторы тлумашат это повеличением колькости станочек прикладов по проведению идеологичной работы на предприемствах и во установах Гомельской области. Сегодня есть некоторые трудности в экономических реалиях, но в этом и, наверное, смысл руководителя по идеологической работе, чтобы нивелировать те проблемы, которые сегодня присутствуют у человека, чтобы оказать социальную поддержку, моральную, психологическую, и чтобы он чувствовал себя защищенным. Олег Сентюров, Ольга Вальченко, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Сьогодні випускники Гомельського ліцею при інженерному інституті МНС урочисто розвіталися з альма-матер. Повіншувати хлопців з гэтай падзеяй собралися не тільки викладчики і батьки, але й керівництво Міністерства по надзвичайних ситуаціях, представники силових відомств і Гомельського облвиконкама. Церемонія випуску навученцаў ліцея па-святочнаму прыгожая, па-вайсковаму стругая. Гэтага ўрачыстага моманту маладыя людзі чакалі 11 гадоў. Сёлета ліцей заканчваюць 38 чалавек. Каб стаяць на гэтым пляцу, ім прыйшлося ў свой час вытрымаць жорсткі конкурс пры паступленні і не зніжаць высокай планкі на працягу ўсёй вучобы. Установа поўнасцю сцвярджае высокае званне ліцей. Адукацыя тут на высокім узроўні. Сёлета навучэнцы заваявалі некалькі прызавых месцаў на рэспубліканскіх і міжнародных прадметных алімпіядах. Плюс на іх ліку другая прыступка на міжнародным конкурсе па пажарна-вратавальным спорте і ўваход у тройку лідараў рэспубліканскіх хакейных спаборніцтваў «Залатая шайба». Да таго ж, гады, праведзеныя ў гэтых стэнах, навучылі хлопцаў адказнасці, патрыятызму і сяброўству. Это вот братство, это семья, чувство плеча товарища, потому что, когда ты понимаешь, что 38 человек понимают тебя с полуслова, поддерживают. Традыцыйна большасць выпускнікоў ліцея пасля яго заканчэння паступае калі не ў ВНУ, Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, то іншыя сілавыя навучальныя установы. Навыкі, якія яны атрымліваюць падчас вучобы, ва ўступнай кампаніі даюць добрую перавагу сярод абітурыентаў. Это уже ребята готовыя, камандзіры взводов аддзялення наших учебных заведзенняў. Я знаю, што і ў сілавых структурах, і ў акадэміі міліцыі, і ў вооружаных сілах яны прыходзяць уже на курс подготовленные, и им гораздо проще. Тем более они уже осознанно выбирают профессию, они знают и тонкости, и сложности, и трудности. Як пожартаваў падчас церемонии выпуску военный комиссар Гомельской в области Андрей Крывоносов, тым з выпускников, кому не усмехнется удача при поступлении, и он с радостью уручить повестки во узброенные силы. Але гэта той выпадок, калі напужать хлопцев не атрымалася. У их есть усе дадзеныя, каб побудовать выдатную карьеру и там. Настасья Кучинская, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».
Республиканский науково-доследчий институт радиологии отзначил свое 30-годие. После Чернобыльской катастрофы эта установа была одной из первых у Беларуси, где начали профессионально заниматься питаниями радиационной безопасности. Олег Сентеров встретился с юбилярами. У час заснавання у червені 86-го інститут радіології називався білоруським філіалом Всесоюзного науково-дослідчого інституту сільськогосподарчої радіології і екології. У сучасний будинок науковці переїхали у 94-му. До гэтага установа знаходилася на вулиці Барыкіна. Тады вибирати не приходилося. Необходимо було терміново братися за справу. У 1986 році не тільки по Гомелі, в усій Білорусі не було практично ні одного наукового колектива, де б займалися питаннями радіології, радіобіології, радіаційної медицини. Перші спеціалісти з опитом ліквідації радіаційних аварій приїхали сюди з Росії. На цьому стенді фотоздымки того часу. Так усе починалося. Разом з кадрами, до речі, у Гомель тоді привезли і спеціальне обсталювання, якого у Білорусі так само не було. Це дозволило створити базу для наукових дослідувань по різних накірунках. Пропонували добавки для живіл, які дозволяли отримувати більш чисте молоко. Розпрацьовували методики визначення щільності забруджування безконтактним способом. Вивчали, які культури і на яких глебах можна вирощувати без шкоди для здоров'я. На підставі отриманих даних розповсюджували рекомендації по удосконалюванні технології у творчості сільськогосподарчої продукції. По великим рахунку у тим, що сьогодні у потерпілих районах кажуть об розвитті, а не виживанні, заслуга у тимнику і супрацовнику Інституту радіології. З діяльністю установи зв'язуються і плани на перспективу. Саме головне – це виходити на питання реабілітації, щоб ця земля возрождалась. Да? Возрождення районів Хойники, Брайан, Наровля, пострадавших. Так, чтобы вот эти вот земли, чтобы они наполнялись жизнью. Я вот вижу это так. Институт радиологии – один из распространщиков концепции державной программы по переодолеванию наступств катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Сярод опошних распространок – специальное программное обеспечение, которое позволяет робить прогноз ситуации на конкретной территории, плюс доследование таких трансурановых элементов, как америция и плутоний. У Вогули только за опошние 5 годов у Института радиологии укоронили больше 60 науково-доследчих распространок по ведению вытворчести на потерпелых территориях. В рамках государственной Чернобыльской программы реализуется ряд специальных инновационных проектов, которые направлены на создание новых производств в сфере агропромышленного комплекса, создание новых рабочих мест. Институт ведет научное сопровождение данных проектов. Специалисты института активно внедряют те наработки, которые в институте накоплены за 3 десятилетия. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Суботні телефонні лінії місцевих органів влади протягують свою роботу. Завтра питання можна задати намеснику старшині облканкама Владимиру Владимировичу Горбачову. Прямая лінія буде працювати з 9 раніці і до 12 годин. Номер телефона у Гомелі 75 12 37. Паралельно прямую лінію проведе перший намісник старшині Гомельського городського виконавчого комітету Павел Євгенович Паулов. Дзвінків від жихаров обласного центру чекають по номери 75 19 84. Як і завсюди по суботах, прямі лінії будуть організовані так само у районних адміністраціях і райвиконкамах. У летний период Державтоинспекция в области закликает быть особливо осторожными на дорогах. У связи с этим на Гомельщине протягивают удосканаливать контроль за выполнением правил дорожного руху при допомозе мобильного видеофиксатора. Мобильный видеофиксатор установлен сегодня на улице Объездной, каля радиозавода. Как означают у ДАИ, это особливо небезопасный участок. Практика использования такой техники ожидается уже несколько годов, и выники показывают. На дорогах нашей области только за 4 дни использования мобильного видеофиксатора зафиксовано больше, как 250 порушений. Мобильные датчики контроля скорости, опыт их применения на территории области показал эффективность. Как правило, водитель снижает скорость в 100% случаев, снижает скоростные режимы движения. Камера работает с 7 до 20 годин. Ее местонахождение варьируется в зависимости от аварийно небезопасных ситуаций. Завтра 11 червня она разместится на улице Кирова.
В управлении внутренних справ Гомельского облвыканкама отбылась 9-я справоздачно-выборчая конференция областной громадской организации ветеранов органов внутренних справ. В урочистой атмосфере старшиню Геннадия Курловича провели на заслуженный отпочинок. Геннадий Курлович на протягу опошних 18 годов узначальвал областную организацию ветеранов. За свою службовую и громадскую деятельность был узнагороджены шматликими медалями и гоноровыми дипломами. И он завсёды был жаданым гостем у кожным коллективе милиции. Шмат зрабил и для выхования патриотизму у подрастающего поколения. Подчас урочистого мероприемства шмат кто с присутных отзначил, что Геннадий Курлович – профессионал с великой литеры, человек, який завсёды заставался верным обранной профессии и на протягу своей деятельности завсёды вызначался неверогодной працездольностью. Мецаводче, что значит на полголосу. Выстава под такой назвой открылась у картинной галереи Вашенки. Это юбилейная 10-я персональная экспозиция Натальи Табушевой. У этом году мастачка отсвяткуе и інший юбилей, свое 30-годие. Меж тем у творчим багаже уже больше як 40 выстав и пленеров, поспяховый удел у международных конкурсах. А кроме того, Наталья у 2011 году отримала подяку от министра культуры Республики Беларусь. Такий насичений мастацький працовний шлях зв'язаний з тим, що Наталя малює з народження амаль з 2 місяців. Але сьогодні вона дає перевагу портретним полотнам з натури, а так само натюрмортам і сюжетним композиціям. Усі картини об'єднує кольорове рішення, насичені фарби, контраст і колористичні акценти. Картина любого художника – це його темперамент і внутрішній мир. Тому я пишу так, як... Мне Бог даровал, и что тут выбирать? На выставе представлены опошние, самые свежие картины Натальи. Оценить мастерство мастачки можно до 26 червеня у картинной галереи Вашченки. Сегодня в программе «Добрый вечер, Гомель» вас чекает встреча с выкладчицей Гомельского державного университета имя Франциска Скорины, литературознавцей Натальей Сусловой. «Коли тебе нема у интернете, тебе нема наогул». Так выказал свою думку про распаўсюджванне сучасных информационных технологий американский предпринимальник Билл Гейтс. Электронная информационная сетка уплывает сегодня бадай на каждый бок нашего життя. У тым лику и на мовную творчасть. З'явился навод особенный напрямок развития сучасной литературы, так званая сетковая литература, якая існує только на просторах интернета. Что это такое? Чем сетковая литература отрознивается от традиционной? Про это кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и сусветной литературы ГДУ имя Франциска Скорины Наталья Суслова расскажет подчас встречи с ведущим Сергеем Краснобородом у программе «Добрый вечер, Гомель». Сегодня у 19:30 на канале «Беларусь-4». Стали вядомы пераможцы открытага теннісного турніру «Золоты резерв», які адбыўся ў Гомелі. За узнагароды змагаліся юныя спартсмены ў 2 узростовых катэгорыях – до 8 і до 10 гадоў. Спаборніцтвы праходзілі на кортах абласнога цэнтра Алімпійскага резерву па тэнісе. Удзельнікі, а іх было каля 50 чалавек – мясцовыя выхаванцы. «Золоты резерв» – турнір традыцыйны. Для маленькіх спартсменаў спаборніцтвы заўсёды свята. Яны толькі пачынаюць свой спартыўны шлях. Тэхнічны арсенал теннисистов покуль не самый широкий, однако градус борьбы на кортах от гэтага не зменшается. У финале спаборництва сярод хлопчиков узростом до 8 годов Станислав Бульбянко перамог Глеба Самуся. У девчинок мацнейшей была Мина Горшунова. У рашаючым матче ее соперницей была Владислава Лапицкая. В финальном матче турниру сярод хлопчиков во узростовой категории до 10 годов Усеволод Цхай обыграл Александра Удавенко. Сярод девчинок на вышэйшую ступень п'єдесталу гонору поднялася Дар'я Сібільова. У фіналі яна перемогла Марію Шарапову. Они, может быть, еще чего-то не умеют, но у них такие эмоции, они настолько нацелены на победу, на выигрыш. Просто очень интересно смотреть, потому что они вот как, уже как маленькие профессионалы. Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталья Ігнатенка. Мы сочым з развіццём падзей у Гомелі і ў вобласці. Заставайцеся з намі.